Люди сегодня собрались выразить свое единое мнение о том, что Армения должна выйти из ОДКБ, из организации, которая, кроме того, что подставляет Армению при каждом боевом действии, ни больше ничего мы не видим от них. Мы являемся заложниками этого договора ОДКБ и не можем развивать ни свою оборону, ни свою свободу, ни свободу действий, ни развитие в сторону нормальных цивилизованных стран. Нам весь мир не помогает, и нам нечего на них обижаться, потому что мы сковали себя в цепях вот этого ОДКБ, которое сидит на нашей шее, и мы не вправе требовать никакой помощи от мира. Когда мы освободимся от этой ОДКБ и от УЗ российского, вот тогда весь мир может стать на нашу сторону. Нэнси Пелоси, конечно, она великая женщина, ей 82 года, но она решает такие вопросы к безопасности маленьких стран, которые не могут сами себя защитить. И это не просто женщина, у которой 82 года. За этой женщиной стоит вся Америка, вся армия, вся мощь американской страны. Thank you.